Привет, друзья! Подписчики мои, у нас сегодня будет распаковка вот такого замечательного набора с ареной и двумя пускателями, ребята, и это у нас третий сезон и Багамут. Багамут разве был в третьем? По-моему, в четвертом. Подожди. А, у нас тут два сезона. Это третий Хазард Кербеус и Гайст Фафнир, и четвертый Бушин Ашура и Багамут, Дред Багамут, да, по-моему, называется он. Вот что. Но, а где же будет турнир и когда? Я сейчас вам все расскажу, ребята. А новый турнир от магазина Aprilskate.ru пройдет, друзья мои, уже 5 декабря, друзья мои, в воскресенье по адресу улица Никулинская, дом 2, корпус 1. Там буду я, там будут батли, призы до Каратуми, много всего интересного, ребята. Веселая супер атмосфера, и можно будет выиграть призы Такара Томми, ну а также приобрести много крутых волчков. Ребята, ссылку оставлю в описании к этому ролику. Приходите, 5 декабря, метро Юго-Западная, улица Никулинская, дом 2, корпус 1. Друзья мои, приходите, ждем всех. Это веселый мероприятие, которое не забывается. Всем удачи, всем пока-пока. Давайте приступать к распаковке, к раскадровке. Так, у нас здесь что? У нас здесь, правильно, скотчик. Скотчик мы сейчас аккуратненько уберем. И будем приступать к распаковке. Так, опля, вот такой набор с ареной. А, смотри, что происходит. У нас тут еще в комплекте идут вот такие вот карточки. Эти карточки надо вставить в бейлогеры. У нас тут все персонажи, посмотри, здесь есть и Луиша Росагиджи, и брат Антара Киямы, и Зак Рассвет, и Александр Шикадера, и как это там зовут. А, вообще, все приколюхи, и Вальтао, и все вообще, и Айга, и короче, очень крутой сет. Так, это хорошо, это приятно. Так, и вот такая вот коробка. Коробка с набором, соответственно. У нас тут что? Первое. Арена. Вот такая вот голубая арена. Очень красивая для динамичных батлов с вашими прекрасными бейблейдами. Это хорошо, это приятно. Арена, знаешь, арена лишней не бывает. Пускай такая, но она тоже пригодится. И по волчкам. А, почему-то всего... А, нет, три. Подожди-ка. Три наклеечки у нас на Багамута, на Кербеуса и на Ашуру. А на Фафнира нам не дали. Зажали наклеек. Ну, ладно. Так, что по комплекту? Даже не знаю, как начать. Пускалка. Вот с таким механизмом. Вот сюда, кстати, вставлю. Вот эти карточки можно отковырять и вот сюда вставить. А, пускалка. Веревочная, но очень-очень маленький шнур. Очень будет нас слабенько запускать. Ой, а что это с ней такое случилось? А, отпускать до конца, все, я понял. Но пускалка вы сами, конечно, видите. Дальше, вот такая вот история. То есть это у нас комбо. Комбо! Mortal Kombat! Так. Ау. Собираем, вставляем. А, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И волчки, соответственно. А, подожди, а у нас тут не хватает деталей. Подожди, стоп, у нас тут получается деталей-то всего не так много. То есть у нас два волчка мы можем собрать. Это вот Гайста Фафнера мы можем собрать. Во. Вот в таком формате, видишь, как красиво можно его собрать. Шуруп что-то разный, тут черный, тут белый, непонятно. Так, и вот этого хазарного Кербеуса мы тоже можем сейчас собрать. Прям для них детали. Хотя у Кербеуса был другой диск, но зато диск, но зато драйвер Атоми, класс. А, вот такая вот штука. А вот этих, получается, мы не сможем собрать, потому что они... Ну, как мы их соберем? Мы их не сможем, они вот такие вот. Ну что ж, предлагаю продегустировать волчки. Ну что у нас, друзья мои, хазарный Кербеус и Гайст у Фафнера. Гайст у Фафнера, между прочим, у нас... Левусторонний, in the left line, in the left line. Братиш, Гайсту Фафнириш, ты куда ушел, малыш? Не надо было тебе стесняться, не надо было тебе уходить. И будем играть с тобой до утра, а потому что мы с тобой теперь семья. Чики-чики-пау, чики-пау, чики-пау, уи-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 уи. Итак, друзья мои, у нас Гайст у Фафнир против Кербеуса. Слушай, ну вращаются они, кстати, довольно неплохо, довольно бо-бо-бо, бо-бо-бодренькие волчочки. Мне нравится, что все мы здесь сегодня собрались. О-о-о-о! Ты куда так разогнался? Спокойно, остановись, остановите землю, я сойду.
Ну ты даешь, малыш. Итак, Кербеус побеждает в этой неравной битве. Еще раунд, еще. Хочу еще. Хочу more Beyblade. I want two more Beyblade. Вперед. Last man. Standing match tonight. Tonight is the night. А вы заметили, да, что у нас Фафнир, у нас получается, смотри, как сделано. Левосторонний Фафнир, левосторонний Багамот и зеленый Кербеус, зеленая Ашура, друзья мои. Вот так совпаденится. Вот такой, друзья мои, у нас финал. Еще хочу провести один батл. Погнали. Хазар Кербеус и Гайсту Фафнир. Но вот не всегда он, видишь, запускается. Вроде и работает, а вроде и не всегда, понимаешь? Вот в этом, конечно, есть нюанс. Но с другой стороны, цена, понимаешь? Цена-то дешевая, цена недорогая. И, в принципе, где ты будешь сейчас искать оригинального Гайсту Фафнира, да? А тут получается еще и наборы, пускалки, арены и волчок. Это, в принципе, интересно. А вот такой у нас финиш. Ну что ж, окей, хорошо, переставляем. Переставляем деталечки. Снимаем отсюда, снимаем вот отсюда. Убираем все. И давай поставим на Багамутика выносливость. Они, в принципе, все на выносливость, на защиту, да, работают, как я понял. Хорошо, хорошо. Будем пробовать, будем тестировать. Я без проблем. Окей, Бушин Ашура против Багамута. Ну, кстати, справедливости ради, волчки не сломались. Да, они вот как-то фиговенько запускаются. Я не понимаю, в чем проблема, но вот не всегда хорошо они спускаются с пускалки. Это, конечно, может повлиять очень сильно на исход боя. Особенно, если у бат где-нибудь в турнире. Вот. Пускалка хорошая просто необходима. Потому что, ну, с таки, ну вот, с плохой пускалкой, друзья, может произойти все что угодно. Даже, как вы видите, друзья мои, с Такара Томми тоже происходят некоторые нюансы. Хорошо. Продолжаем разговор. Продолжаем играть дальше. Никуда мы не расходимся. Хопля. Как-то криво я запустил. Смотри, Бушин Ашура подраскручивается от Багамута. На удивление, из-за драйвера Фафнира она подраскручивается и... Но все равно проиграла. Несмотря на слабый запуск, друзья мои, Ашура почти победила. Ну, подожди. Запускаем 61-й. Во! Вот что! Сейчас главное, чтобы Ашура не вылетела за пределы ринга. И тогда... Да, она вылетает, она возвращается. И тогда, возможно, Ашура будет подраскручиваться и победит Багамута. Кто бы мог подумать, друзья мои. Нет, Багамут все-таки остается сильнее. Ну, давай, подожди, протестируем тогда еще Багамута против Кербеуса. Почему бы и нет, да, раз он есть в комплекте. Почему бы нам и не затестить? Как вы считаете? Я считаю, надо потестировать. Погнали. Оу! Оу, нет, оу, ноу, оу, ноу, оу, ес, оу, ноу, оу, ес, оу, ноу. И Хазар Кербеус, посмотри, драйвер какой потрясающий. Благодаря данному драйверу раскручивается Хазар Кербеус и даже победил Багамута. Вау, ну-ка дай черток. Бейблейду, бейблейдус. Нет, все-таки фиговый запуск, фигово они запускаются, друзья мои. Ну, слушай, так в целом неплохо, но, конечно, минусов много. То есть плохо запускаются, детали не те, почему-то вот нету деталей вот для этих волчков. А так в целом набор неплохой. Друзья мои, вот такое у нас сегодня было видео. Подписка, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.